Я рада всех приветствовать на своем канале, и сегодня я хочу с вами поделиться рецептом очень вкусного и легкого супа. Суп готовится просто, быстро и получается очень вкусным. А суп у нас будет из зеленой спаржи, лука-порея и черемши. Вот такие продукты нам понадобятся. Непосредственно лук-порей, зеленая спаржа, картофель, черемша, овощной бульон, оливковое или подсолнечное масло, соль, перец. Это все. Теперь будем подготавливать наши овощи. От лука нам понадобится только вот эта белая часть. Так что мы отрезаем. Также удаляем утолщение внизу. Перерезаем пополам. И теперь его необходимо будет помыть. То же самое будем проделывать с спаржей. Будем отрезать утолщение. Когда утолщение мы отрезали, необходимо будет также отрезать верхнюю часть вот с этими нежными кончиками. Когда мы подготовили наши овощи, их необходимо будет помыть. Черемшу также. И очистить картофель. Теперь необходимо будет картофель нарезать на кубик. Также порезать спаржу, черемшу и лук-порей. Верхушки от спаржи нам понадобятся в самом конце. Немного черемши мы оставляем для подачи нашего супа. Овощи подготовлены, нарезаны. Теперь приступаем к варке супа. Для этого в кастрюлю наливаем оливковое масло и отправляем сюда лук-порей и будем его слегка обжаривать. Лук мы тушили около 5 минут под крышкой. Теперь сюда отправим оставшиеся наши овощи. И также сюда отправляем наш картофель и даем еще протушиться минут 5 под крышкой на среднем огне. Через 5 минут добавляем наш овощной бульон и будем готовить до готовности овощей. Точное количество всех продуктов я, как всегда, оставлю под видео. Овощи сварились. Теперь на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла мы обжарим верхушки нашей спаржи. Будем обжаривать минут 5. Готовые овощи необходимо измельчить при помощи блендера. Проверяем суп на соль, перец. По необходимости досаливаем, доперчиваем. Перед подачей в суп добавляем немного жирных сливок. Туда же отправляем поджаренные верхушки нашей спаржи. Присыпаем зеленью черемши. Наш суп готов. Как вы видели, готовится просто, быстро и получается очень вкусно. А мне остается пожелать вам только приятного аппетита и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!